Итак, отобедавшие, продолжаем про школу из дома. Вот, кстати, мой талантливый мальчик сейчас делает первое свое видео, монтирует со всякими спецэффектами, с наложением звука, с наложением голоса. Какой молодец! Мне очень нравится его первое видео. Обязательно дам вам ссылочку. Так вот, в прошлом видео я вам рассказала, да, как происходит оформление этой школы из дома и что это есть во Франции, школа из дома. Сейчас я вам хочу рассказать, что именно думают о французском обучении сами французы, сами французские родители. Пообщавшись с родителями французскими, теми, которые забрали детей на домашнее обучение, выяснилось, что многие забрали их не только по вот этой причине, потому что многие родители из школы дома, между прочим, себе сделали вот это вот. И как бы вот так вот ходят во всяких общественных местах. Они забрали своих детей, потому что они считают, что во Франции образование никакое. И что вот эти вот так называемые инструкции, это ничего хорошего. И плюс еще, что в общественных школах вот этих, ну и в частных, ну в частных поменьше народа, но в общих школах, например, вот в колледже, в который пошел бы Денис, единственный колледж здесь такой публичный, в нем 900 человек. Ну, то есть индивидуальность ребенка там никто вашего замечать не будет абсолютно. Там всех строят под одну гребенку и в одну шеренгу. Ну и, соответственно, жизнь по инструкциям и по протоколу. Сюда можно, сюда нельзя и так далее. Не нравится многим людям, и они считают, что их дети не могут развиваться в такой среде. Я была мотивирована другим, вы знаете чем, да? Вот этим в основном. Я даже не могла себе предположить, насколько богато домашнее обучение на самом деле. Так, а я сейчас перебираюсь к камину, потому что здесь что-то в этом кабинете дубак. И сейчас скоро уже, через 2 часа примерно, заедет моя подружка одна, местная Лена, которая тоже в тот же период, что и я, была в России. Но у нее вся семья в Ростове, поэтому она была там. Она была в Питере сначала, потом в Ростове. Я ее попрошу, чтобы она рассказала нам с вами, как она съездила и как вообще дела. В данный момент она мне звонила, она находится в Leroy Merlin. Я ей сразу задала вопрос: Лена, а у тебя что, есть QR-код? На что она мне ответила: есть, подружкин. Вот как-то так выкручиваемся. Поставьте лайк и подпишитесь. Да. Ой, как хорошо. Не хватает бокала красного вина. Ума, я сейчас не буду его делать, потому что... Я сейчас буду записывать туда и... Ну ты не тут тогда записывай. Я тут записываю. 2 блогера не поделили зал. Денис записывает свое видео. Так вот, бокала красного вина будет попозже, потому что я решила сделать глинтвейн, когда Ленка приедет, и мы с ней попьем глинтвейнчик. Вот как-то так. Так вот, по поводу домашнего все еще обучения. Выбирать вам... На самом деле, не знаю, в какой вы стране живете. Я рассказываю про Францию. Я знаю, что в России тоже эта возможность есть. И она как бы существует, и не, по-моему, нет никаких препятствий для этого, для того, чтобы забирать детей на домашнее обучение. А потом дальше смотрите сами, смотря как вы планируете свою жизнь, как вы... Выходите из положения зарабатывания денег там и так далее. Если у вас такая возможность быть, находиться дома, потому что оставлять даже подростков лучше не надо от них, да? Мало ли чего взбредет им в голову. Я сегодня понаблюдала такую картину, когда звонил его друг, который ходит в школу вот эту вот, с утра и до вечера там вот так сидит и ходит по инструкциям. Они общались с Денисом в течение 2 часов, наверное. Там стоял такой крик, как в зоопарке каком-то. Просто вот с той стороны телефона. Видимо, этому мальчику просто вот тут уже. Вот эти все инструкции. Даже вот тут.
И ему хотелось это все выплеснуть просто из себя. Это видно было. Там такие были крики, вот реально, как из зверинца из какого-то. И песни-то они пели, и хохотали, и кричали, и визжали, и издавали всякие звуки, как какие-то эти обезьяны. Ой, не знаю. Мне кажется, в этих общих школах наших индивидуальность ребенка никто не то что не замечает, а ее просто там задавляют до невозможности. Так, а я потеряла, знаете, свою такую штучку, которая на дистанции мне включает. Поэтому мне приходится все время тыкать пальцем. Я хотела вам зачитать письмо одно, то есть пост, который был в группе очередной. У нас, кстати, эти группы не только IEF в Фейсбуке, как я говорила в прошлом видео. Забивайте в Фейсбуке IEF, и вы попадаете на множество групп школы из дома. И если вы поставите еще туда номер вашего департамента, то вы попадете как раз на группу родителей, которые забрали на домашнее обучение в вашем департаменте. Так, плюс к этому еще существуют разные другие группы тематические. Например, группа «Долех» – «Воздух», соответственно, потому что дети в школах в обычных сейчас не дышат. Вот эта группа «Долех», там администратор Матильда. И вот она написала, а мне захотелось вам прочитать вот этот пост, который она поставила. Итак, чтобы объявить вашего ребенка в семейном инструктаже, семейное обучение, необходимо отправить два письма. Письмо в мэрию вашего муниципалитета, письмо в Академическое управление Национальной службы образования, ДАСН. Кроме того, не забудьте сообщить об этом своей школе, предлагает она. Можно сообщить? И дальше она пишет, и это все, восклицательный знак, у вас нет, а вы не обязаны, вернее, никого спрашивать, можно ли вам это делать. Сделать это сейчас, потому что с сентября 2022 года семейное образование будет разрешено для тех, кто еще не находится в IEF, то есть в семейном образовании. Но это будет намного сложнее, так же, как я вам рассказывала. Важная деталь. В рамках IEF инструктаж могут давать родители или третье лицо. Статья L-131-2 Кодекса об образовании. Обязательное обучение может проводиться в государственных или частных учреждениях, школах или в семьях родителями, одним из них или любым лицом по их выбору. Грубо говоря, тетя, не работающая какая-то, или кто-то угодно, кто может преподавать, или та же самая моя дочь. Ну, это я-то, конечно, размечталась, она, конечно, этого делать не будет, но мало ли. У кого-то, может быть, есть в семьях старшие дети, которые сидят со своими маленькими детьми, и в том числе они могут присмотреть и за вашим ребенком. И вот она говорит, защитите наших детей, заберите их из школы, пишет Матильда. И она дала ссылку на сайт Les Enfants d'abord, то есть дети в первую очередь, lesenfantsdabord.org. И здесь написано на этом сайте то же самое, модель письма, которую нужно послать в мэрию, и модель письма, которую нужно послать в Академию образования. И на этом сайте здесь написано документ, опять же, юридический. Это ассоциация тоже Les Enfants d'abord. То есть несколько ассоциаций во Франции Les Enfants d'abord, UNI и так далее. Их много. Где можно задать вопросы, здесь есть контакты, да? Как лучше знать, что такое домашнее обучение, как и что, все объясняют. Нажми мне на кнопочку, если ты уже подошел, то... Так, поговорим о социализации. Итак, как же бедные дети, которых забрали из школы, социализируются?
И вот здесь кто-то написал из родителей, видимо, автор неизвестен, написано. Две женщины встречаются в парке, а их дети качаются, играют в мяч. Две женщины наблюдают за ними, сидя на скамейке. Через некоторое время они начинают разговаривать. Ну, назовем первую Мария, вторую Татьяна. Мария, здравствуйте, меня зовут Мария. Мои дети, это трое в красном. И это помогает мне их заметить. Татьяна улыбается. Я Татьяна, мои розовые и желтые. Вы часто сюда приходите? Мария, 2-3 раза в неделю после библиотеки. Татьяна, ой, как тебе удается находить время? Мария, мы учимся дома, поэтому чаще всего приходим днем. Татьяна, у меня есть соседи, которые тоже учатся дома, но мои ходят в государственную школу. Мария, как дела? Татьяна, это непросто. Я хожу на все родительские собрания и заставляю детей работать каждый день после школы. Я очень вовлечена в процесс в этот. Мария, а социализация? Вы не возражаете, что они целыми днями заперты вместе с детьми того же возраста, без всякой возможности иметь естественные отношения? Татьяна говорит, ну да, но я стараюсь это компенсировать. У них есть друзья, обучающиеся на дому, и мы ходим к их бабушкам и дедушкам почти каждый месяц. А, ну разве вы не видите все возможности, которые они упускают? Я имею в виду быть настолько изолированными от реальной жизни, как они узнают, на что похож мир, чем люди зарабатывают себе на жизнь? Как вы ладите со всеми этими... как вы показываете им всех этих разных людей? Татьяна, ой, мы обсуждаем это на родительских собраниях, и мы создали фонд, чтобы приглашать реальных людей на занятия. Ну, наверное, реальных людей с реальными профессиями. В прошлом месяце полицейский и врач пришли поговорить со всеми классами, а в следующем месяце будут женщины из Японии и мужчина из Кении. Мария. О, на днях мы встретили японца в супермаркете, и он заговорил о своем детстве и о Токио. Мои дети были полностью очарованы. Мы пригласили его на ужин и познакомились с его женой и 3 детьми. Татьяна. Отлично. Может, нам стоит съесть немного японской еды в столовой на день межкультурного общения? Ну, в столовой, в школьной, видимо. Мария, может, ваш японский гость пообедал бы с детьми, например? Татьяна, о нет, у нее очень плотный график. В тот день ей предстоит посетить еще 2 школы. Мы делаем коллективный проект. Татьяна, ой, Мария, ой, как жаль. Что ж, может быть, вы когда-нибудь встретите какого-нибудь интересного человека в супермаркете и сможете пригласить его на ужин? Татьяна, не думаю, я никогда не разговариваю с людьми в магазинах, и уж тем более с теми, кто даже не говорит на нашем языке. Что, если бы этот японец не говорил по-французски? Мария, если честно, у меня не было времени об этом думать. Еще до того, как я его заметила, мой 6-летний ребенок спросил его, что он собирается делать со всеми купленными апельсинами. Татьяна, ваши дети разговаривают с незнакомцами? Марина, я была рядом с ними. Они знают, что пока они со мной, они могут разговаривать с кем угодно. Татьяна, но вы прививаете им вредные привычки. Мои дети никогда не разговаривают с незнакомцами. Марина, даже когда они с вами? Татьяна, они никогда не бывают со мной, кроме как дома после школы. Итак, вы понимаете, почему так важно, чтобы они понимали, что разговаривать с незнакомцами категорически запрещено? Марина, да, понятно, но если бы они были с вами, у них была бы возможность безопасно поговорить и познакомиться с интересными людьми. Они получают представление о реальном мире в реальных ситуациях. Они также могут почувствовать, что указывает на то, что ситуация опасна или подозрительна. Татьяна, они будут проходить это в СЕЮ-2 и СЕЮМ-2 в гражданском образовании.
Марина, ну я вижу, вы заботливая мама. Я оставляю вам свой номер. Если захотите поболтать, позвоните мне. Мне понравилось разговаривать с вами. Вот такое вот письмо на этом сайте было про социализацию. Посмотрим еще, что здесь есть интересного. Итак, родители и дети свидетельствуют. Что делают дети, которые на домашнем обучении? Итак, меня зовут Долорес фон Санчес. В 1989 году я основал Les Enfants d'abord. Это вот сайт вот этот. Я отправляю вам это электронное письмо, чтобы сообщить, чтобы рассказать о том, как маленькая девочка, для которой именно родилась эта ассоциация, Алиса, только что получила французский национальный диплом бакалавра, бакалавристического образования, и испанский диплом по французско-кастильскому двуязычию, никогда не ходя в государственную школу. Это необходимо для того, чтобы успокоить потенциально обеспокоенные семьи и дать другие аргументы при необходимости всем друзьям, которые обучают на дому. Долорес, 2002 год. Итак, отзывы молодежи. Учись по-другому. Когда я учился в школе, жизнь была тяжелой. Мы шли в класс в половине десятого. Вставать надо было в половине восьмого утра. Вот раньше, видимо, было, сейчас-то 8:30 школа. Хуже всего было то, что первым предметом, который мы изучали, была математика. А я всегда в ней очень отставал. Вечером мы приходили домой в 5 часов, и я всегда плакал. Когда я, наконец, решил бросить школу, моя жизнь полностью изменилась. Я перестал нервничать. У меня исчез псориаз. Много отдыхал. И самое главное, почувствовал себя свободной. Вместо того, чтобы быть изолированным в классе, сидя на стуле весь день, я довольно расслабленно выполняю упражнения по утрам, ну, физически. В хорошую погоду выхожу на улицу, а потом развлекаюсь. После этого я посетил несколько встреч, ну, вот таких вот, которые школу дома, видимо. И завел много друзей. На данный момент я переписываюсь с ними по мейлу. В понедельник я занимаюсь математикой, во вторник французским, и все. Меня в любом случае этот график устраивает. Роза, моя мама, помогает мне в основном с математикой, потому что тот предмет, который мне нравится меньше всего. В любом случае, я также поддерживаю свой английский и учу немного испанский с мамой каждый день, с магнитофонной записью. В общем, я чувствую себя намного лучше без школы и надеюсь, что мне больше никогда не придется туда возвращаться. Так, вот так, да? Учиться в собственном темпе. Всем родителям, которые задаются вопросом, следует ли мне учить своих детей, не заморачивайтесь. Мне 17, и я никогда не ходил в школу. Мои родители давали мне уроки, пока мне не исполнилось 16. Это всегда шло хорошо и позволяло мне развивать навыки рисования. Сейчас я выставляю картины и продолжаю рисовать дома. Преимущество домашнего обучения в том, что у него есть возможность открыть для себя гораздо более личные вещи, которые есть у каждого в себе и которые необходимо развивать. Для некоторых людей учеба – это естественно и не проблема никакая, но другие гораздо менее сосредоточены, потому что в них есть что-то еще, видимо, какие-то еще таланты. Обучение на дому – отличный способ избежать школьных проблем. Каждый идет в своем собственном темпе, в собственном ритме, в соответствии со своими возможностями, изучает основы образования, да, и может искать еще какие-то другие таланты в себе. Тогда он будет цельным человеком, оригинальным, взорванным, потому что он будет делать то, что любит. Вы, конечно, не должны быть слишком изолированными и должны иметь возможность видеть других людей, других детей, но это реально достижимо. Такие есть статьи от домашней школы до инженерной школы. Вот свидетельства родителей.
Например, привет. Несколько слов, чтобы сообщить вам новости о моей дочери, 17,5 лет, и обо мне. И прежде всего, чтобы засвидетельствовать наш опыт. Мы учились на дому. Когда она была маленькая, она ходила в школу один или два раза в неделю. Потом мы с ее отцом расстались. А потом она проводила со мной 2 недели каждый месяц в Париже, где мы не делали никаких школьных заданий. Затем 2 недели с ней отец в Бельгии, где она ходила в школу каждый день. Ей удалось идеально интегрироваться в свой класс в социальном плане, даже более интегрированно, чем некоторые другие дети. И у нее были лучшие академические результаты в классе. Тот факт, что она работала всего 2 недели из 4, позволили ей расслабиться и сохранить удовольствие от обучения. Однажды нас вызвал директор и руководитель образования и заставил выбрать либо все время дома, либо все время в школе. Когда я выбрал дом, инспектор сказал: «Хорошо, поскольку она работает хорошо и не представляет проблем никаких, вы можете продолжать делать домашнее обучение». И мы так и продолжали. После этого моя дочь переехала ко мне в Париж. Итак, мы возились с утренними занятиями. Так, мы делали задания для детей с частичной занятостью. Такая форма обучения существует во Франции для детей, которые также ходят на какую-то школу танцев или занимаются спортом интенсивно. А затем мы подключились к заочным, частным и непрерывным курсом. У нас тоже есть такая форма образования, кстати, во Франции, где... Ой, камин потух. Нет, не потух еще. Сейчас добавлю. Где вам присылают задания, и это считается как школа прямо. Вам присылают задания, которые вы должны делать, и отсылать снова на проверку. Как бы, и тогда комиссия... В этом случае комиссия на дом не приходит, кстати. Но это стоит много, вот эти вот... Школа такого плана, по корреспонданс называется. Итак, я попросила своего ребенка брать только уроки французского, английского и математики. Но она меня саму просила иногда рассказать историю. Но я хотела, чтобы она делала как можно меньше школьных заданий, потому что считаю, что лучше учиться у жизни, так скажем. 1 месяц в году мы вдвоем отправлялись в поездку, и поскольку я занимаюсь гуманитарной работой с малообеспеченными слоями населения, она жила с очень бедными людьми в нескольких странах. Что она делала, когда мы были в Париже? Вставала поздно, около полудня, много смотрела телевизор, глупые мыльные оперы. От телевидения я была против, но поскольку я не сторонник репрессивного образования, я позволяла ей смотреть, кроме программ Дороти, которые слишком вредны для здоровья. Надеялась, что ей это надоест, но это не надоедало. С другой стороны, я понимала, что она таким образом понимала какие-то, изучала миллиарды вещей. После, например, эпизода «Круиз развлекается», она захотела узнать, что такое бизнес-юрист. Каждый год я водила ее в школу, особенно школа Штайнера, и спрашивала, не хочет ли она пойти. Но она была в ужасе, особенно от количества детей в классе. Я ее понимала. Я все-таки настояла, чтобы она вернулась в классическую школу. Но она настояла на том, чтобы пойти в одну из школ, в которой были дети, подобные ей, которые сначала были забраны на домашнее обучение, а потом вернулись. Ей хотелось идти в класс не для того, чтобы учиться. Дома она училась намного приятнее и глубже, а чтобы увидеть, на что была похожа групповая атмосфера. Не для того, чтобы иметь друзей, как хотелось бы ей, потому что у нее уже были друзья дома, благодаря ее занятиям и нашим отношениям. Сначала в школе проблемы были с одеждой, потому что она не одевалась по брендам и не носила каждый день разную одежду. Но особенные проблемы со скоростью в школьной работе, потому что она привыкла работать в своем собственном темпе. И это заняло год, чтобы догнать как бы по темпу детей, да? Другая проблема, так как много времени теперь монополизировано школьной работой,
то она говорила мне: «Мама, у меня нет больше времени размышлять о своей жизни, думать о различных предметах, которые мне доступны, и о том, когда закончится. У меня тонкая умственная усталость, что я предпочитаю глупые программы философским книгам. У меня такое впечатление, что у меня отключилась голова». Это напоминает мне роман Рая Брэдбери, девушки, которую выгнали из школы, потому что она, к сожалению, склонна спрашивать чаще, почему, что да как. У нас так много конкретных проблем, что нас просят жить каждый день. День за днем, не давая нам времени сделать шаг назад и спросить себя, куда мы идем. Ой... Вывод написано. Никогда не подвергайтесь издевательствами со стороны тех, кто говорит вам, что у вас ребенок будет социально непригодным. С точки зрения общительности, ребенок, обучающийся на дому, более... Внимание, кто мне говорил, что ребенок страдает от социализации, более социален, чем школьник, потому что он способен общаться с людьми любого возраста и в любые моменты. С удовольствием общается с младенцами, детьми младше или старше его. И он может общаться со стариком, как со своим лучшим другом. Вот, Денис, точно так же. В отличие от школьника, который чувствует себя способным разговаривать только с кем-то его возраста. И для этого бедного человека, неспособного к отношениям, любой, кто моложе или старше, по определению кажется странным, чужим и немного страшным. Вот так. И пишет эта мама, что она говорит, что я любила эти годы, проведенные с моим ребенком на домашнем обучении. Мы максимально использовали их. Молодцы. Это вот 2002 год писали. Вот, например. Моя дочь получает домашнее образование до 3 класса. С 6 класса училась заочно. В конце 3 года, после напряженного года, от 3 до 4 часов работы в день, она захотела продолжить учебу в старшей школе. Прям в школе. Итак, мы отправили ее туда. Теперь она без проблем финиширует второй год и выбирает секцию ЕС на следующий год. Это сильная секция на выпускной класс. Она проскользнула в структуру, как рыба, выпущенная в воду, которая сразу же знает, где она. Ну, то есть без проблем интеграция прошла. И меня приятно удивили комплименты, которые ей сделали учителя на встрече с родителями. Они нашли в ней качества, которые, возможно, не частые для молодого человека, для молодой девушки, привыкшие брать на себя ответственность. То есть в ней выработалась ответственность. Мотивированная, открытая, серьезная ученица, которая участвует организованно в своей работе. А, и вот ее мама Шарлотта говорит: «Я рада, что я сделала и то, и другое. И это шанс для становления личности». Так вот, друзья, напоследок хотела сказать, что я тоже очень рада, что я попробовала вот эту опцию «Школа дома». Как там дальше будет, посмотрим. Ну, мы позитивные люди, мы же знаем, что скоро все это закончится. И, возможно, со следующего года Денис, возможно, я надеюсь на это, пойдет в школу со следующего или через год, допустим. Но вот эти моменты «Школа дома» не прошли зря, абсолютно. Ребенок настолько развился, он в себе открыл столько талантов, и музыкальных, и программирования, и математика ему очень нравится, и какие-то еще. Вот сейчас у него ораторский талант, он записывает видео. Я вам покажу это видео, это, конечно, очень прикольное. Ну, в общем, вот так, все здорово. Так что не бойтесь забирать на домашнее обучение, если у вас такая пришла идея. Не бойтесь, это неплохо. Это наоборот очень даже хорошо. А я тут плюшками балуюсь.